я очистила и натерла на терочке 2 яблока. Добавляю сюда 2 яичных белка. Добавляю 2 столовые ложки цельнозерновой муки. Сюда же добавляю 2 столовые ложки отрубей. Есть сахарозаменитель. Я пользуюсь фитпарадом 7. Наверное, достаточно яблочки. Яблочки у меня сладенькие. И немножечко ванилина. Все это дело я хорошенечко перемешиваю. Пока мешаю, добавлю еще чайную ложечку разрыхлителя. Так, хорошенечко. И добавлю немножко меленой корицы. Яблочко не будет в самый раз. Вот такое получилось у нас нежненькое яблочное тесто. На сковородочку я пшикну маслка. Угу. И отправляю туда наше тесто. Сейчас вот так разровняю вот такие небольшие лепешечки и спеку с одной и с другой стороны. Вот у меня получилось 5 таких лепешечек. Теперь делаем крем. Весы. Беру мягкий 0% творог. Так, сколько я его беру? 1 ложечка, 2 ложечка, 3 ложечка. 150 грамм 0% творога. Добавляю сюда же пару ложек казеина. У меня без вкуса. Все это перемешиваю. И теперь все коржи мы смазываем нашим полученным кремом. Я еще укладываю ягодки. У меня сегодня клубничка. Вот такая свежая, аппетитная. Есть следующий коржик. Остался крем. Сверху его на тортик. Распределяем хорошенечко. И вот как раз тютелька в тютельку. Тютелька в тютельку. И украшаем ягодками. Сверху у меня что? Ежевичка. Вот такая сказочная ягода. Постоит полчаса, я надеюсь, постоит. Дождется, пока пропитается. И можно кушать. Вот так выглядит наш тортик поближе. Очень аппетитный, полезный и вкусный тортик. Приятного аппетита!